Очередное 16-е пленарное заседание парламента республики началось с отчета главы Якутии. Егор Борисов отметил, что темпы роста экономики превысили средние показатели по России. Особенно неплохие показатели продемонстрировала промышленность. Кроме того, активно проводилась работа в области социальной политики, сельского хозяйства и экологии. Отметим, что в повестке сессии народных депутатов 55 вопросов. Из них 23 законопроекта, которые будут рассматриваться в первом чтении, 7 законопроекта во втором чтении. По телефону передает наш корреспондент Александра Охлопкова. Как отметил Егор Афанасьевич Борисов, по итогам первого квартала этого года большинство показателей превышают средний уровень по стране. Например, положительные тенденции сохраняются по индексу промышленного производства, финансовым результатам предприятий, активности потребительского спроса. Следует отметить, что сразу после отчета главы парламентарии еще рассмотрят корректировку бюджета на этот год. Отметим, что до этого, как сообщалось, доходы бюджета составляют порядка чуть больше 18 миллиардов рублей. Из-за этого очень большая сумма именно в инвестпрограмму.